уважаемые райдеры, которые стоят на разгонке, прямо на фан-бокс, пожалуйста, освободите ее немножко, зайдите в разные стороны. Молодые ребята, которые находятся прямо вот здесь, на которых я сейчас смотрю, займите, пожалуйста, свою позицию по бокам, потому что отсюда берут разгон прямо на фан-бокс. Поэтому, уважаемые ребята, разойдитесь, пожалуйста, вон туда, по вот этим фигурам. Итак, возвращаемся к Гриценко Андрею. У тебя 1,5 минуты. Я так понимаю, они начались уже? Попытка Китлиса, но что-то не задалось. Пас идеально поставленный фронт-брайк. Убирает в квотере. Прекрасно увез. Так что у тебя дальше по плану? Может быть, ты хочешь посетить стрит-зону, немножко поскользить? Ванетти Хиллари! И вышел, прекрасно завершил, отличный комбо. Попытка хилл на Китлис. Итак. Андрей, не хотелось бы прервать, конечно, твое катание, но у тебя остается 28,5 секунд. Так что давай, я жду от тебя трюков. Зрители, вы ждете трюков от Гриценко Андрея? Я не слышу, ждете? Все ждем Андрюха. И что у нас там по завершение? Пиво, пиво, пиво. Скользко, 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 понимаешь? На толстом. Я хочу, чтобы ты сделал этот трюк. Давай, я даю тебе из личного запаса буквально 5 секунд на то, чтобы ты попробовал добрать этот трюк. Я требую зрителей, чтобы вы поддержали Андрюшу! Так, балансируй, пивол, пивол, стоит на пивле. И фронт брайк, ну так близко, так близко. Дал бы тебе еще время, но это уже не в моей компетенции.